Европа замерзает очень сильно. Они газ, европейцы газ не закупили. Северный поток не хотят запускать. Не хотят запускать Северный поток, и поэтому они зимой нынче все позамерзают. И вот смотрите, какие-то европейцы вот уже, видать, спилили у себя парк где-то в Кёльне, видать. Вот, пожалуйста, будут отапливаться сейчас. Вот, сами виноваты, надо было Путина слушать и запускать Северный поток. А так вот, сами виноваты, будете теперь отапливаться, будете сидеть без газа.